Всем привет! Сравнение смартфонов Samsung Galaxy A14 против Samsung Galaxy M33. Смартфоны сейчас находятся примерно в одной ценовой категории. Galaxy M33 чуточку дороже, но такая версия Galaxy M33, которая чуточку дороже, будет на 6 гигабайт оперативки и 128 гигабайт встроенной памяти. Она на 8% будет дороже, чем версия 464 Galaxy A14. Вот, хорошо. По внешнему виду видим, смартфоны сделаны из пластика, но разного пластика. Тут такой рифленый пластик, он вообще не оставляет никаких разводов от пальцев. Мне очень нравится, как выглядит Galaxy A14. Такой вот, свежий стильный дизайн. Вот это новинка, Galaxy M33 более старшая модель. Вот тут такой просто пластик, такой глянцевый немножко пластик. Он прям не совсем прям глянцевый, но вот собирает немножко отпечатки от пальцев. Гладкий такой, и на нем более видны, да, разводы от пальцев и разные физические повреждения. То есть менее практичный материал, мне внешний вид M33 нравится меньше. Так, хорошо. Тройная камера против квад-камеры у M33. Диагонали дисплея 6,6 дюймов у A14, а у M33 также 6,6 дюймов. Хорошо, давайте включим устройство одновременно. Посмотрим, кто быстрее загрузит систему. Вот, размещение элементов управления, все плюс-минус одинаково, одинаковые батарейки 5000 мАч. Вот, и одинаковые комплектации, и то устройство не будет поставляться блоком для зарядки, у них только Type-C-шки в комплектации, обычные кабеля, Type-C на Type-C. Так, ждем загрузки. Оценим их по производительности. M33 загружается быстрее. A14 еще думает. Так, перейдем тут в настройки. Так, сведения о телефоне. Сведения о ПО. One UI 5.0, Android 13, Nox 3.9. Включился, еще думает A14, видим, он медленней включается и загружается полностью. Так, сведения о телефоне, сведения о ПО. One UI Core 5.1 и версия Android 13. Так, а тут еще раз сведения о ПО. Тут обычный, тут не Core, тут One UI, но 5.0, также Android 13 и есть Nox 3.5. Так, хорошо, закрываем. Давайте откроем тест AnTuTu Benchmark, посмотрим, где какой смартфон набирает больше. У M33 процессор Exynos 1280, у A14 процессор MediaTek Helio J80. И видим, какая разница между по производительности между этими устройствами. Разница колоссальная. Вот. Тут и оперативки больше, и встроенной памяти на M33 больше. Вот пока что, да, чем лучше Galaxy A14, это чисто внешним видом. Остальным лучше Galaxy M33 по дисплеям. И там PLS матрица. Сейчас перейдем в настройки, сделаем яркость максимальной или на M33 TFT матрица. Сейчас тут точно PLS. Так, максимальная яркость. Да, отличается матрица на Galaxy M33. Вот видно, например, по красному цвету. Не знаю, как она на камере передастся. Но вот, например, да, Samsung Notes, да, как выглядит. Тут оранжевый цвет, тут красный цвет. То же самое YouTube. Тут такой ближе к оранжевому, тут вот красный цвет. Зеленый не отличается. Вот оттенки красного. Ну, так в целом светопередача плюс-минус похожая, но тут TFT матрица, а на Galaxy A14 PLS. В принципе, где сказать дисплей вот прям лучше, не могу. Вот, и там, дисплей хороший, достаточно качественный, но, конечно, они хуже, чем IPS и чем AMOLED, которые бывают на более дорогих Samsung'ах. По разрешению дисплей 2400 на 1080 точек в этом показателе не отличается. И у Galaxy M33 поддержка есть 120 Гц плавности дисплея. Так, тут вот плавность движения, тут такого пункта у A14 нет, а тут 100, аж 120 Гц. Это круто.
по дисплею, в принципе, вот с учетом вот этого показателя, можно дать преимущество Galaxy N33. Так, давайте откроем PUBG Mobile одновременно. Посмотрим, кто быстрее справится с загрузкой. Ну, тут, думаю, очевидно, что все, что будет касаться производительности на Galaxy N33, все будет быстрее. Тут уже пошла проверка обновлений, загрузка каких-то обновлений. Тут еще вот смартфон думает. То есть тут разница будет, наверное, раза в два. Вот только сейчас началась тут проверка обновлений. Хорошо, закрываем. Дальше не буду смотреть, потому что на Galaxy 14 это первая загрузка, и там начнутся регистрации. Вот. Давайте в следующий тест перейдем по загрузке страничек в интернете. Посмотрим на скорость работы в этом показателе. Так, Samsung.com сейчас откроем сайт. Так, Samsung. Так, вот видим, да, быстрее грузятся странички на N33. Загрузка быстрее. Ну, наверное, в раза два, да, он быстрее работает в целом. Вот уже загрузил, прогрузил, вернул, где мы были. Тут только сейчас доходит, да? Вот, ну, понятно. M33 работает круче. Так, окей. И давайте послушаем динамики на смартфонах в сравнении. Музыка без авторских прав. Так, максимальная громкость там. Но пока что вот она включилась, только что одновременно не услышал, в чем разница. Вообще, как будто одинаковые динамики, тут разницы никакой нет. Посмотрим на функциональность камеры. Так, у нас есть F-портрет, и на M33 есть, да, фирменный самсунговский режим для создания эмодзи, веселый режим, так, видеозапись и еще, да, дополнительные режимы. Ну, в общем, видим, да, насколько камера функциональнее будет на M33. Тут есть и замедленная съемка, сверхзамедленная, гиперлапс, макросъемка, панорама и там еще дополнительные разные режимы. То есть камера лучше будет на Galaxy M33. Вот. В общем, если, да, подвести итоги, Galaxy A14 лучше только внешним видом. Вот. И, в принципе, все. Galaxy M33, как по мне, хуже внешним видом, но лучше по всему остальному. То есть лучше по дисплею, лучше по производительности, лучше по камере. Ну и в некоторых показателях они идентичны, такие как, например, время автономной работы и динамики. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Maxi Mobile, комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока!